Господа, всем привет! С вами канал Папа Может. Сегодня мы отдыхаем. Не помню где, короче, где-то отдыхаем. Оставайтесь с нами, и будет вам счастье. Поехали! Появляется снег вовсю, значит, уже скоро приедем. Невероятно красивые места, думаю, все увидели сами. Ну, думаю, осталось ехать минут 15, можно и ускориться. Ну, наконец мы приехали. Вот он, настоящий живой снег. Я такого не щупал уже лет 5, а не видел, наверное, вообще никогда в жизни столько снега. Ну, в такой экипировке я готов идти хоть на Северный полюс. Температура здесь примерно минус 5, может, чуть ниже. Ну, чувствую себя довольно комфортно. Одел перчаточки. Короче, все крутяк. Русский народный самовар, венички. Все в русских традициях. Пока что не знаю, для чего нужны веники, но могу только предположить. Вот что значит, люди никогда в жизни снег не видели. Гора просто невероятной красоты, просто неописуемо. Не знаю, как это видно на камеру, но вживую просто лепота. Красота-то какая, лепота. Что-то продают, подойдем, узнаем. Дяденька, почем чаек? 40. Сколько? 40. А еще что вы продаете? Пирожки. Почем пирожки? Чем? Ежевика. Ежевика, 4. Почем пирожки? По 50. Сладкие, да? Или разные? Разные. Только... Все в лучших русских национальных традициях. Блины, чай. А почем грибочки? 300 рублей. Это пята, да? 300 рублей. Почем шашлычок? Для себя. А, для себя. Жалко. И кукуруза для себя? Кукуруза. Да, шашлычка просто дико захотелось. Невероятно аппетитный запах. Подходим уже, видимо, в пункт назначения. Машин все больше и больше припаркованных. Хорошо, что не стали заезжать сюда. Люди еле разъезжаются. Вот так, все хотят поближе. Ну а вон и та самая горка, с которой мы сейчас будем кататься. Просто здорово. Вот это мы сейчас с Андрюхой оторвемся. Да, но правда, прежде чем покататься, нужно отстоять вот эту... Немаленькую очередь за плюхами. Не будем же мы на голой попе спускаться. Ну что делать, деваться некуда. Не ехать же домой теперь. Что-то пока стоял в очереди, прям стало жарко. Снял балаклаву. Вроде бы полегче, а то невыносимая жара. Оделся, правда, как на Северный полюс.
Да, пойду прогуляюсь, наверное, посмотрю, что здесь есть еще интересного, кроме катания на плюшках. Вот это аппарат, конечно, просто пушка. Спросил покататься за деньги, не сами для себя взяли кататься. Очень жаль. Короче говоря, жарко так, что я уже и шапку снял. И довольно комфортно чувствую себя и без шапки. Вот так вот, напугали меня, одевайся теплее. Не знаю, куда сейчас деть шмотку всю. Думаю, придется и куртку снимать. Сейчас пару раз прокачусь с этой горки. Думаю, так и сделаю. Сниму куда-нибудь, спрячу. Андрюха туннель прорывает. Яна. Да, а очередь, можно сказать, все стоит. Только зачем? Слуха в итоге кажется. Мама, мне Маша в шею попала. Маша, иди сюда. Она не тоже. Зачем она тоже попала? Кафе «Домашняя кухня». Ну что, зайдем посмотрим меню. Вот он, 4WD, даже такие машины застряют. Это же резина, блин, не для снега, ё-моё. Увлекательная экскурсия на снегоходах. 2 рубля полчаса. На первый взгляд дороговато, но говорят, того стоит. Еще одна развлекалова, банан-шманан, только не на воде, а на снегу. Понеслась. Короче говоря, стоим в очереди уже часа полтора. Просто нескончаемая толпа. Прошли примерно половину очереди. Плюшки дают только по мере поступления, то есть на всех не хватает. Вот сейчас стоим, ждем. Нет ни одной свободной плюшки. Очередь стоит на месте. Заказали снегоходы. Тоже ждем. Прогулки по полчаса. Ну, не знаю, по идее, примерно минут через 20 должны приехать. И потом наша очередь. И не знаю, как будет дело с плюшками, потому что здесь очередь не вариант будет стоять. Мы уедем. Не знаю, приедем, пропустят нас, нет потом. Будем надеяться, что пропустят. Ну а сейчас мы поедем кататься на снегоходах. Первая небольшая остановочка. Покажу вам эти шикарные виды снежных гор, которые точно вы не увидите в каждом городе. Андрюха, ну расскажи твои впечатления от поездки на снегоходе. Нету. Чего нету? Страшно. Чего страшного? Вот так вот. Ты очковая кобра, короче говоря. А
Просто невероятный кадр. Где мы еще увидим столько снега? В нашем городе точно никогда уже не увидим. Маленькая фотосессия. Андрюха, ну помаши рукой хотя бы. Андрюха в шоке от поездки на снегоходе. Не бойся, что тебе страшно? Вон Лере и той не страшно. Было страшно. Было? Ну а ты-то девочка, тебе простительно. Одну меня. Короче, господа, если говорить в двух словах, впечатление супер. Но по факту вышло всего минут 15-20. И, конечно, 2 рубля это, на мой взгляд, дороговато. Но, тем не менее, получил удовольствие. Ничего не могу сказать. Ребятули, но на этом моменте мы закончим первую часть обзора Гузерипля, если я не ошибаюсь. Блин, надо запомнить это название. Но будет вторая часть. Это будет уже совсем другая история. Поэтому, если понравилось это видео, не скупитесь на лайки. Подписывайтесь на канал. Как говорится, кто подписался, тот выигрыш и остался. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всех обнял и приподнял. Пока-пока.